Доброго дня всім. Є дуже багато питань, поїхали, різноманітні теми. Дивився тільки що звіт української збірної за прожиту добу. Вони знімають подобово. Вони мешкають в пригороді Вроцлаву, Бреславу. Там дуже гарний район, заможні поляки живуть в тому районі. І що каже пан, який працює в нашій збірної, що цей комплекс треба бронювати за рік до заїзду збірної. Тобто вони зробили хаб, в якому тренуються клуби Європи взимку. Ну, наприклад, є Норвегія, де там дуже незручно зараз. Вони приїжджають до Польщі, не в Турцію їдуть, а до Польщі. І там тривають тренування. От так. Так що підказка для бізнесу. Такі хаби, вони дуже популярні. Так. Все, переходжу, як каже Муждабаєв, на трофейну. Буду далі розповідати. Так, у мене тем сьогодні буде много. Починаю від якогось там, ну, как обычно, с элементами порно, сквирта и заканчивая, ну, сквирт с коррупционерами, это очень важная тема. И заканчивая, ну, войной, минами, ППО, ПВО. Я вчера в сообществе выложил ПВО наше, это тоже чуть прокомментирую. За поддержку вдячный, за лайки вдячный, за чемное спілкування вдячный. Всех яких с таких агресивних людей, нещирих до спілкування, я видаляю зі свого суспільства. Так, продовжую. Бачите, у мене українська мова все краще та краще. Нема ніяких проблем. На все потрібен час. От так от. Ось так от. Мій дідусь би дуже радів би за мене. Микола Трохимович. Герой війни тільки з боку Радянського Союзу. Другий український фронт. Десантник, кулеметчик і зв'язіст. Так, поки смотрел теми, редактував, шла реклама в Ютубі. Дермадом від Віши проти випадання волос. Ну, це мені вже не потрібно. Да. Ромашку заварив, вона настаивается. Так. Кстати, Глевинский, прес-атташе сборной, ну, он там уже 180 лет, вот только Щербицкий умер, Глевинский заехал в сборную. Я мечтаю на такой работе, чтобы всегда ездить по красивым отелям. Он тоже кабанчик такой. И... А раньше были Савелий и Дерепа. Когда на ОТ-1 при Советском Союзе, при живом Брежневе, комментировали футбол «Динамо Киев», то мы все засыпали. Ну да. Это было тяжело смотреть. В Москве лучше поярче, конечно, там эти всякие озера, Маслаченко. А у нас вот это был Савелий и Дерепа. И Дерепа, он комментировал все абсолютно. И вольную борьбу, и теннис, и хоккей, и гандбол, и волейбол, и футбол. Потом этот появился, забыл, он долго работал на ОТ-1. Его сын работает у Ахметова на ТВ. Щербачу. Так. Немного прокомментирую интервью Гордона, тема сквирта, потому что она была не освещена, с Соней Морозюк. У меня тем очень много, поэтому не расслабляемся. Я говорю кратко, по сути. У меня, кстати, больше всего просмотров под футбольными обзорами моими. Футбол редко комментирую. Я его могу, конечно, прокомментировать так объемно. Думаю, если будет хороший бой какой-то по боксу, то, может быть, организую стрим один
прокомментирую бой. Ну, то есть я буду на его на одном телефоне смотреть, на своем комментировать. Может понравится, я не знаю. Я вот это ваше рассказывал, как у нас боксировал в Днепре Байсангуров с этим Романом со Львова. Я забыл уже его фамилию. Я его начал вести, я не был его секундантом. Рядом с рингом подсказывать. И он меня начал слушать. И все думали, что он упадет перед Байсангуровым за пару раундов. А Роман Джуман. А он так 9 раундов отпетлял. Я ему нормальную тактику построил. Он до под ручки уходил, и то снизу поднял, сбоку ушел. И Байсангуров был в шоке. А за Байсангурова приехали болеть на хаммерах вот эти все. Хлабала, хлабала-бала-бала. Они на меня все такие смотрели. Там же у них охрана такая, по 80 метров ростом. Как я говорил на фронте, не надо переживать, у них тоже такая самая кожа. Вы же видите, все тиктокеры с фронта смылись, их нет. Ну да. Они ловят этих, я о них тоже поговорю. 6 таджикских штукатуров. Кстати, таджики, это же не арийцы, арии, да. У меня один работал, Верховцева, живет, пристрастился гад к наркотикам. Я говорю, вам же по исламу нельзя. Вот это все. Такой вроде бы нормальный парень, но ты когда уже на наркоте, то выйдет на смену, то не выйдет. Ой, проводил с ним работу, ну какую, я ж рукоприкладством не занимаюсь, я всегда взываю к человеческим чувствам, ну не смог. Так, что она говорит, эта молодая Дарания? Кстати, этот влог предыдущий понравился людям, почти 200, больше 280 лайков, у меня это рекорды, я такой никогда. У Дудя, когда только видео загружается, у него уже 12 тысяч лайков. А у меня, я ж чуть меньше Дудя, я 5 лет в Ютубе, ну вот уже 1100 подписчиков есть. У меня добавились подписчики, 20 человек. Спасибо вам, но прошу культурно общаться с уважением. Не будет уважения, будем прощаться. Как говорили мне на работе, да, будем прощаться. Что она говорит? Сквирта сейчас у нее нет, но я наполняю резервуары. Я буду постоянно переспрашивать, кто разбирается в сквирте, напишите, какие нужно и чем наполнить резервуары, и чем сквиртуется. Она кажет, что она сквиртуется редяною. Что это за редина? Я после влога тоже чуть не подготовился, зайду в Википедию и почитаю, что это за редина при сквирте. То есть, ну, в детстве, ну, обоссала она, я не знаю, ну, что это за редина? И что надо наполнять? Не в курсе, честно говоря, взрослый такой, ну, в чем-то необразованный, век живи, век учись. Она утверждает, что сквирт это от головы, но нужно настроиться, создать себе образ. Ну, она как художник, мазняш, она аж настраивается. Это не значит, что нужно пальцем взять клитор и 3 раза по часовой стрелке прокрутить и схватить меня за левый сосок. Ну, так и говорит. Это она говорит не в интервью Дмитрия Ильича «За мной Хрещатик, за мной Майдан», а в предыдущем у 2 девочек молодых, ну, таких же самых, отбитых, папиков банкоматных. Я настраиваюсь, и, говорит, у меня бьет фонтан. Вот я повторяю, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за фонтан, что это за редина. Состав ее. Ну, у кого есть опыт. А папики, ну, она их называет хлопцами, кричат «Ого-ого-ого». Ну да. Мне кажется, если над таким заниматься, надо клеенку постелить. Это, знаете, как в роддомах, когда детей пеленают, их на клеенке. Чтобы оно ж матрас не бо вонять будет. Надо будет выкидывать бинету. Так. Она сказала девочкам, что возле нее должен быть и король Артур, а не из серой зоны. Ну, то есть она говорит, мне Пабло Эскобар не нужен, мне нужен король Артур. Так король Артур, если почитать историю короля Артура, то там тоже не ахти было. Эскобар по сравнению с королем Артуром святой человек был. Она не учит историю.
Она художник. Роман перед задержанием заказал ей Мерседес за 10 миллионов гривен. Но ну, не успели машину довезти. Спасибо ДБР. И в любви, и в горе, и в радости, пока нас не разучит ДБР. Так. Она девочкам говорила, записывала ролик, что мистер Икс, она его шифровала, кто это, какое-то время, а мистер Икс уже в клетке. Поэтому все, кто меня смотрит с деньгами, за поддержку буду вдячный и за совет умный. Поблагодарите меня, что если вас молодая какая-то сучка кадрит, ну и пытается увезти из семьи, то она вас рассматривает как лоха, который попадает не в рай, а в клетку. Запомнили, да? Она вас ну, воспринимает как попугая, канарейку, ну что-то такое маленькое, тщедушное. Она пришла на интервью к Гордону, футболки, собственно, производство, там написано было «Не даю без декларации». Ну, то есть она является прямым конкурентом податковой службы нашей, Украины. Ну да. Мне кажется, у нее тогда, ну это она жестко взяла, мне мало будет клиентов тогда. Или у нее такое получается, как я вот критиковал Павла Себастановича, нужно быть, а не казаться, да? Она что еще сказала, что она очень много работает, у нее нет выходных. То есть вот это все она называет наполнение резервуаров работой. Так. Как говорят и евреи, там знакомые мои, такие деды. И это сейчас так называют. Да. Она не из тех художников, кто готов есть раз в неделю, как Модельяне кушал, да. А великие кушали раз в неделю. И рисовали на своих картинах, как Караваджо, проституток знаменитых с его улицы. Про жалко. Кстати, напоминаю, что жалко всегда есть только у пчелки. Плохо, что Виталий Кличко дал команду и закрасили ее мурал в Киеве. Она считала это произведением искусства серой краской. Так. На этой девочке заканчиваем. Она сейчас, то есть она месяц пять назад декларировала себя как суперсекси. Ну, вот эти темы все фривольные. Одеяния такие. Вот эти, ну, одежда там в стиле сиси-писи. А сейчас она на 5 размеров больше футболку одела, косы срезала, умылась. Ну, в общем, все правильно. Вот это же ССО так должны работать. Они должны быть как и яркие, так и в тени, да. Учитесь у молодых да ранних. Так, вытру какая-то точка. Она мне мешает. Думаю, что родинка у меня. Смотрел ролик, выкладывал шортс Чичваркин. Очередь по Путину в Лондоне. Тетка подбежала к Чичваркину. Начала орать. Ну, вот эти придурочные. Я не делал репостов вот этих ни бабушек, ни теток в своем телеграм-канале. Она со Львова, но у нее такая речь, ну, очень такая вот эта, как из Вологды. Очень такая, да что то да там. И вот это во Львове такие жили. Ну, это такие НКВДисты, которых привезли после 50-х годов. Она говорит, я родилась во Львове, я коренная львовянка. Ну, она такая, как Явлинский. И как вот этот Чушпан, который Влаченко дает интервью. И она говорит, что это запоздало решение Вадима Вадимовича, и надо было львовян, нацистов вешать еще в 90-х годах. Все это начал Садовой. Бедный Садовой. Его и Фарион ругает, и вот такая тетка вредная. А там по футболу мне задавали несколько вопросов. Ну, что я могу ответить на забитые голы двух центр-форвардов, Еремчука и Довбика? Но если первый удар нормальным поворотом прошел на 86-й минуте, то это как на Пасху
Зашел благодатный огонь, да. Ну, произошло чудо. А чудо – это ж не закономерность. Поэтому, ну, что вам объяснять? Я как говорил, мне на МВП мой учитель, которому я благодарен, и благодаря его навыкам года три успешно защищал Украину. Теперь хворею. Крапива. Виктор Николаевич, по-моему, или Виктор Викторович. Крапива. И палка раз в год стреляет. Да. У нас раньше было так. Приходили в школу раз в неделю. Одевали вот эти рубашки офицеров зеленые. И ходили в них целый день. И на зорницу ездили. И лагеря были летние. Вот этих военных диверсантов. Все это было. Военное ориентирование. Да что ж такое? Так. Цитаты великих. Вчера слушал Геннадия Викторовича Балашова. Ну, как говорила Меркель, а Вадим Вадимович, он не с нами. И Геннадий Балашов тоже, он, по-моему, он не с нами. Он куда-то к Толкину ушел. Цитаты великих. Начинается период стабилизации. Где? В Майами? У него есть теория такая, он всегда прибавляет что-то. Он говорит, если 28 прибавить 89 и разделить на 3, то получается число, когда все возвращается. Я вот это его аналогию с цифрами, когда слушаю, я вообще не могу ничего понять, что он говорит. Да. Напоминаю нашим всем службам, может, не МЧСники, полиция смотрит. Ну, ребята, смотрите, у них такая теория у россиян. Они всегда бьют по 2 раза, иногда и по 3. Поэтому, когда вы выезжаете на объект, который повредили, вы всегда, если пошла воздушная тревога, сразу убегайте, кто куда может. Потому что любой Искандер с Брянской области до Волыни летит 2 минуты. Пожалуйста, берегите себя. Долгих ли вам лет жизни. ДТЭК, мы потеряли 50% объектов генерации в результате атаки расистов 22 марта. Ну и много, кстати, стреляли по Стрию в Западной Украине. Поэтому службе безопасности Украины надо повнимательнее смотреть на релокантов, которые обитают в тех краях. Потому что когда в одну точку бьют, вот так вот, ну прямо аж и кинжалами, и всем чем угодно, то идет утечка информации стопудово. Он может быть в вишиванке, он может яскраво опанувати українську мову, носити такі вуса, чуб, но человеку надо присматриваться. Всегда присматриваться к людям. Это плохо, надеюсь, мы это все восстановим. Они, кстати, и по Днепрогрессу били, чтобы там в этих гидроэлектростанциях нужна пиковая поддержка напряжения. Ну, нюансы я не разбираюсь, я такой электрик, как художник. Сквертовать не могу. И могу спуртовать. Спурт, да, знаете, взрыв. А скверт не. Не те природа мне дала гениталия. И они били как раз по участкам Днепрогресс, которые должны генерировать это пиковое напряжение. Если что-то неправильно сказал по электроэнергии, не обессудьте. Смотрел бой 67-й бригады, может меня кто-то смотрит 67-й бригады или с генштаба. Обратите им внимание, у них мало минных заграждений. Выезжают на позицию 5 БМП, БТР и МТУБшек. Ну, всего 5. Они едут километра 4, на одну мину случайно наехали. Ни одного минного шлагбаума. А потом пишем, что идет бой возле железной дороги, возле Часового Яра. А были бы минные шлагбаумы, они никуда бы не доехали. А вот еще одно видео, другой же бригады, не записал ее номер. Там поставили нормальное минное заграждение, и все, кто даже ехали сверху, все остались на месте. Все. Как в первозданном виде. Смотрю обзор про пушки старые, из Греции нам передают. Ну, у них, в принципе, неплохие показатели. На 14 километров стреляют, а есть чуть модернизированные на 18. Все, что стреляет, это хорошо. И смотрел обзор по CV-90, они показывали, как возле механика-водителя
был удар FPV-дрона российского по CV-90, 40-миллиметровой. Ну, вообще нифига. Да, отскочило и все. И у меня сегодня будет по вооружению тоже много интересного, поэтому готовимся. Зеленский, на этой неделе нам дали ЕС, фонд допомоги 5 миллиардов долларов, новый транш микрофинансов 4,5 миллиарда, 2 миллиарда канадских долларов от Канады и 900 миллионов транш от МВФ. Поэтому, ну, спасибо работникам Минфина. Надеюсь, не будут тратить деньги на Соню Морозюк и на Гринкевичей, а будут тратить деньги на ПВО, о которых я сегодня тоже поговорю. Я вчера выложил в Телеграме и в сообществе эти наши ЗРПК, о них тоже остановлюсь. Деньги дают, главное не воровать. Польща могла збити російську ракету, заявив Міноборони України, але не збила. Ну, смотрите, у них там стоять хороші комплекси, типу Ерісов, Сейберси. Одна ракета стоїть 2,5 мільйона євро. І вони посчитали, як тратить на нас 2,5 мільйона євро, лучше, знаєте, як в більярді, коли граєш, через свояка забиваєш шар. І Польща, виходить, працює для російської армії свояком. У нього залітають ракети і вилітають к нам, в стрій. Поэтому поляки сказали, ну что, мы будем на наших братьев тратить 2,5 миллиона евро одной ракетой. Лучше пусть летят обратно. Поэтому тут даже комментировать нечего. Польские ПВО, они такие же самые, как и польские фермеры. Там спрашивал подписчик, а что мы... Ну, не сбиваем, не поднимаем истребители сбивать ракеты. У нас сейчас уже, я так понимаю, закончились ракеты, эти Р-27 класса воздух-воздух, или Р-37, Р-27, наверное, у нас были. И нам, в принципе, нечем сбивать, поэтому истребители не поднимаем, воздух сбивать. Нам нужно много ЗРПК с радарами, но не такими, как я вот сделал репост. Смотрел «Крестный отец», пересматривал заново фразы некоторые. «И не говори, что ты невиновен. Это оскорбляет мой ум». И Майкл Корлеоне, когда приехал на Кубу как инвестор, его представляли инвестор в сфере туризма и развлечений. И там же его вот это идет борьба с мэром Ланским. Майером Смелянским с Белоруссии. Ну, в фильме показано, что он застрелил Майера, но на самом деле Смелянский, он своей смертью умер. Он жил долго и красиво. За него попросила Голда Мейер, потому что он снабжал армию Израиля оружием. А чтобы его выдали... Израилю ставили ультиматум, не будет поставлять новые F-4 самолеты. И выдали Майера. Вчера немного смотрел стримы Марка Курбанова и Лены Фейген. Да. Есть у нас такая новая пара ведущих. Везде ездят с промотурами. С тему на тему не жахаемо. С два слова хочу сказать, у нас был такой знаменитый начальник команды Днепро-Днепропетровск. Геннадий Афанасьевич Жиздик, 1927 года. Он сам с Винницкой области, белорус по национальности. Но мне кажется, он был иудей, такой мыкытистый дядька. Прошел войну, 2 года себе приписал, когда шел на войну. Попал под обстрел, на САУ работал. 80% тела обгорело, руку ампутировали, с одной рукой был. Пошел в спорт, работал начальником команды на Сахалине. Его называли Соня Золотая Ручка там. Он мог находить для команды деньги. Потом он приехал, работал в Никополе. А после Никополя возглавил Днепр, и этот Днепр сделал чемпионом Советского Союза. Была такая пара, Емец и Жиздик.
Емец был такой природно талантливый человек, умеющий общаться с игроками. И Жиздик точно такой. И, как говорил Протасов, вчера слушал его интервью, Олег Протасов, знаменитый такой нападающий, это не Довбик и не Еремчук, это гений был нападения. Вот реально крутейший 11 номер, обладатель серебряной бутсы УЕФА, чемпион Греции, чемпион Советского Союза, вице-чемпион Европы, ну, величайший игрок. То он говорит, нас, вот мы закончили матч, Жиздик заходил, сразу раздавал всем по пачке денег. Где он их брал, я не знаю. И мы уже ждали другой матч, да, с нетерпением. Мы мечтали о следующем матче. А когда они поехали на чемпионат Европы, сборная СССР, и выиграли серебро, а могли выиграть и золото, то Лобановский перед этим ходил в ЦК КПСС и сказал, ребят, надо отблагодарить. И каждому игроку дали по 26 тысяч марок немецких. Да, и Протасов говорит, я даже не знал, что с ними делать. Ну а потом Жиздик, после ухода из Днепра, который сделал великим, они были уже бронзовыми призерами чемпионата СССР, чемпионами СССР, он возглавил никому неизвестный Металлург Запорожья, он тоже нашел деньги для них и вывел их в высшую лигу чемпионата СССР. Да. Ну, вечная память ему, он на кладбище в Сурск-Литовском похоронен. Этот человек в Днепре. И видите, не обязательно быть великими игроками, чтобы быть великими тренерами или великими начальниками команды. А в Днепре его называли папа. Из приятного, пока мы спали вчерашней ночью, мы там отработали плотно по Севастополю, поразили много баз в пригороде Севастополя, гвардейская, другие. Нанесли поражение спецназу морской пехоты, штабам Черноморского флота. Я только сидел, смотрел, считал с разных источников. 8 попаданий, все в центре. Ну, я в Севастополе жил, я чуть город знаю. Разбили штаб ихний, штаб связи. И 3 корабля нанесли поражение. Какого характера, трудно сказать, но даже россияне пишут. Это 2 БДКшки большие, 2. И один корабль типа ДРО, только водное. Ну, БДКшки новые, ну, 1990 года. 10 танков можно перевозить и 340 человек личного состава. На каждое БДК таком 113 человек плавсостав. Ну, по нашим ЗРПК, я вчера смотрел ролики Министерства обороны, и они показывали вот эти ЗРПК. В общем, ездит газон 53-й. Знаете, как вот это овощи мы возили в трудлагерях, картошку. И на нем поставлены два пулемета «Максим». Ну, «Максим», чтобы вы понимали, это была когда Англобурская война. Я не помню, какого. 1905 года она. Вот это пулемет «Максим» придумали. Но это 100 лет в обед оружие. И вот это два этих Максима, спаренные, турель свою сваренная, такая как в Великую Отечественную войну. И еще ездят рядом в машине, возят они пулемет Дегтярева, у меня дед с таким воевал, Второй Украинский фронт, дед Микола. И вот это они на треногу ставят пулемет Дегтярева, стреляют. Фонарь лежит в багажнике, они светят фонарем вручную. И один парень бегает с таким радаром, типа как у ментов, что стреляют этих, ну, водителей. И ищет тут этот шахет. Ну, это, конечно, ужас. Я благодарен за это, что люди это делают. Ну, нашим хлопцам, которые воюют, так мучатся, ну, это ганьба. Каждый день, вот тот же самый Себастьянович показывает, что каждый день идут торги на миллиарды гривен прозора. И смотрите, какой у нас ЗРПК, ПВО. Понятно, что с таким ПВО 5-6 шахедов, которые каждый, ну, БЧ 100 килограмм, попадает потом в 9-этажку и нет одного подъезда со всеми людьми. Ну, 9 этажей умножить на 4 квартиры на каждом этаже. Но это никуда не годится. Государство обязано тратить деньги на новые ЗРПК. Я же говорю, Каркуты светят радар нормальный, мощный.
немецкий радар там светит на 70 километров. И это с РПКшком, там стоят Сунгура 8 этих, и выстрел атом умный 30-миллиметровой пушки. Все. Но это никуда не годится. Тем, кто это все сделал и пытается хоть как-то их сбивать, низкий поклон, шира подяка. Но, блин, ну так нельзя. На газонах этих 53-х. По шести этим таджикским штукатурам чуть остановлюсь. Но это шляпа шляпой. Работали профессионалы. А вот этих, которых запустили без балаклав, побегать там, ну, и это ж просто наживка. Знаете, когда щуку ловишь, надо, чтобы резиновая она была такая пестрая. Сейчас на шукаря пошли люди. Работали вначале дельта тихо курят. Зашли, положили объект, там где 6200 людей, объект огромный. Спалили его за 5 минут, при том, что самая последняя пожарная система была. Все сгорело, всех убили. И потом вот эти 6 дебилов, которые ходили без балаклав, без бафов, садятся в этот белый-белый Рено, символ, да, и поехали в сторону юга, там, где идут боевые действия Украины. То есть, если бы я был этими арийцами с нашей Раши, начальника «не кричи на меня», то я бы группу разделил на по два или по одному. Залег на дно. Я жил в этой пойме, там, где Ледовый дворец, там, где на лыжах вот это ездят. Я жил в Красногорске, я его хорошо знаю. Там за Красногорском направлении, вокруг Красногорска одни таджики живут. И там легко спрятаться. Они на выезде с Красногорска стоят на тырле, там армянская тырва. Идут эти рынки по продаже стройматериалов. Там постоянно идет строительство. Там же Путин живет. И вся начать. Там живет даже этот Виктор Федорович, да. Я его дом видел. Мои работники там работали, стены отделывали. Залег на дно, чуть-чуть передышался. А потом надо двигаться в сторону юго-востока России. Ну, туда, в сторону Саратова, на Казахстан. Там, где много ислама, там, где много азиатов, там, где тебя спрячут. А они что взяли? Ну, на вид они же все такие яркие. Их, ну, этого таджика за 50 километров видно, что он таджик. Они поехали, эти арийцы, на этом символе белый-белый, с этими автоматами в кровище, поехали к нам. Там, где сплошные группы спецназа, ФСБ, вымпел, бродят. Ну, это шляпа шляпой. Ну да. Еще бы ладно бы к нам прорывались. Это окно пастора Шлага. Да. Это ж 17 мгновений весны. Не думай о секундах свысока. Ну, это не натянешь ни на одни уши. Да. Да. Это просто брехня. Я поговорю сегодня об Акакии Акакиевиче Юрии Швеце и другим им подобным, которые получили методички с ЦРУ и начали отбеливать ФСБ. Я должен напомнить, что на Руси у нас же пошла мода от викингов, язычников. У нас всегда идут жертвоприношения. Снегурочка – это был первый обряд, когда женщину приносили к Перуну, какому-то богу, на Новый год, убивали. Это были жертвоприношения. Поэтому Путин любое свое начинание, он начинает с жертвоприношения. Вот и все. И кто идет на такое дело, они живыми не сдаются. Да, ну, ты завалил непонятно сколько людей, россияне пишут 141, не верю, там и 300, и 400 может быть. Сколько оно там сгорело, поплавилось в этом пластмассе, один только Всевышний знает, если он есть. Это оборот речи. Чтобы спалить такое здание, это надо быть не Дельта Форс, это вообще надо быть, я не знаю, супер спецназом. Я же напоминаю, что Красногорск – это место жительства, это столица Московской области.
Там живет вся элита России, вся в Красногорске, Рублево-Успенское шоссе. Я в Петрово-Дальнем живу, в Красногорске, в этой пойме. Павшинская, да, пойма. Там масса спецназа, и вымпел, и какие угодно, и ФСО, и, ну, там все, весь спецназ. Путин постоянно там летает двумя вертолетами такими большими, Ми-26-ми. Надо, кстати, взять на заметку вот этим, кто обои клеит. И там эти силовики должны были быть там через 15 минут. Сейчас 25 их не было, да. Ну, все нам объявили, что партнеры из ЦРУ предупредили ФСБ. Как можно предупреждать террористов? Мы вчера видели задержание даже вот этих, на кого, ну, которые, как Димитров, вот этот болгарин, который поджег Христах, бегал с пустой этой канистрой и коммунистической методичкой. То есть они назначены, да? То есть им во время задержания уже отрезают уши, закладывают им в рот и снимают трусы и подключают ток к яйцам. То есть ЦРУ террористов рассматривает как партнеров. Ну, еще одна версия есть, что ЦРУ громогласно так объявили, что будут теракты. А то, ну, они напомнили, что Вадим Вадимович опять взялся за старое. Будут жертвоприношения. И, кстати, когда были тогда теракты, это же Сахар, Волгодонский, Жириновский орал на спикера Госдумы, что вы твари. Вы объявили, что в понедельник в Волгодонске взорвали, а оно взорвалось через 3 дня. Откуда вы знали? Ну, понятно, откуда знали. Рушаева заявлял уже тогда, министр внутренних дел России, что мы задержали, заносили гексоген, а Патрушев сказал, это Сахар. Ну, все мы это знаем. И США тогда, я не помню, при Клинтоне или при Буше отбеливали Россию. Они взяли точку зрения России. И все, кто живут релоканты в США, ну, патриоты США, это швец, это, я не знаю, что Табах будет говорить, или вот этот второй, что его критикую, Любарский. Но все, кто живут в США, начали задвигать методичку, что это ИГО. Это ИГО, вот этот Хорасан. ИГО Хорасан. ИГО Хорасан, они подписываются под всей фигней. Пишет из какого-то домена левого, чувак, вот что-нибудь не произойдет в этом мире, они просто все на себя берут. Да. ИГО Хорасан. Они же тогда обвинили во всем Масхадова и все окружение Дудаевцев. Да. Так. Ну, вот это же еще и прокомментирую Акакия Акакевича потом. Это друг вот этого «За мной Хрещатик, за мной Майдан», генерала всех армий, ракетчика Смешко. Я не знаю, где он делся. Кто знает, где делся Игорь Смешко? Они им дали этим, ну, киллерам 500 тысяч рублей. Из моего опыта, когда я нанимал таджиков вырыть опалубку для фундамента, они за такие деньги не пойдут даже рыть лопаты. А чтобы за 500 тысяч рублей пойти на такое, ну, 500 тысяч долларов на одного, ну, я еще поверю. А 500 тысяч рублей, ну, вы же понимаете, что это просто... Даже если эту группу танцевали вслепую, их танцевало из телеграм-каналов помощник этого, как Мулы из ФСБ, да. Как сказал вот этот, есть у нас Остап Дроздов, це бидло населення, тобто силос. Согласен с ним. Ну, они сразу определили, тогда они определили, что Ишкерия виновата, а сейчас те, кто открывали окно, Зеленский и Украина, да. А как Акакевич трусил шнягу? Ну, это швейцар, этот ролик, он ему с ЦРУ дали методичку, что расскажи, что это все-таки ИГО Хорасан и ФСБ в данном случае партнеры. И Путин же сказал те же самые слова, что и швец. Что есть угроза международного терроризма, заказчики известны, тогда был Масхадов, сейчас Зеленский, и нужно объединиться в борьбе против пособников, кто нанимает ИГО Хорасан, Зеленский. То есть, когда Акакий Акакевич и Путин говорят одно и то же, надо задуматься.
А точно, Акакий Акакович работает только на ЦРУ. И Швец Акакий и Путин сказали одно и то же. В борьбе с этой угрозой мы нужны друг другу. Я хочу напомнить, что в 70-е, в 60-е, 50-е годы было развито террористическое движение по всему миру. Был построен специальный институт после Коминтерна Патриса Лумумбы, в котором выпускник этого Лумумбы был некто Навальный, лидер оппозиции Гарри Чичваркин, теперь его жена. То Лумумбовцев по всему миру финансировала КГБ СССР. Были такие красные бригады в Италии, были такие РАФ в этой Германии, им оружие передавали через ГДР и взрывчатку. Были вот Арафат, когда послал этих убивать в Мюнхене израильских спортсменов, доказано было, что оружие им передавали из Чехии, из ГДР. Но потом надо было выходить на КГБ, и они уже решили только остановиться на палестинцах. Арафат потом прилетал к Брежневу и целовал его в засос. Да. Поэтому это традиции финансирования всяких сандинистов в Никарагуа. Это все идет уже отработано десятилетиями. Если бы это было, он говорит, они их взяли живыми. А если взяли живыми, то значит это не от ФСБ. Да они вообще ничего не говорят, им уже языки повырезали, повыбивали зубы. Все в кровище, перебинтованные сидят. И они на русском, я твоя не понимаю. Когда швецу бы, если бы швецу отрезали уши, засунули в рот, и к яйцам бы подсоединили два провода, плюс и минус, то швец бы признался в убийстве Наполеона III. Да, хотя Наполеон III своей смертью умер в Англии. Или в Бельгии, я уже не помню. Так. Чичваркин, это о полезных идиотах. Ну, все говорят, это движение Чичваркина, говорят все. Да, тени сразу падают на путинский режим, у них пока репутация. Но нужно во всем разобраться, не все так однозначно, не все так просто. А и кацы все вот это такие. Кстати, Ростов этой ночью тоже там прилетало так знатно, куда не знаю. Но были приходы. Россияне пишут, что все сбили, но я по уху слышу, что куда надо упало. Там по подбитому первому раку САУ миномет. Смотрите, любое оружие есть в руках сильной группы, да, военных. Например, НША правильно все планирует, и тогда этот рак работает долго. А этот рак я видел, что он практически на нуле был, даже не в серой зоне, на нуле. А раки для этого же и приобретаются, чтобы они работали с дистанции. От 5 километров до 12. А там уже идут российская пехота, значит он был непонятно где, в степи, без прикрытия. Поэтому можно любую технику загубить, да. Ну попали, я так понимаю, ланцетом. То есть эти раки надо в местности, там где посадки, там где лесная зона, там их надо использовать. А не там, где и на маскировку пацана уходить, а не загонять его в лысую степь, пусть он там катается. И еще ближе к нулю. Чем ближе к нулю рак, тем будет быстрее поражение. Эти раки должны прикрываться контрбатарейным радаром и ЗРПКшкой, да. Ну, делал репосты видео по танкам. Вот яркий был бой. Редко такое видишь. Прямой танковый бой. Наш один танк поразил три российских. Ну, человеку надо дать орден минимум. И видео, вот эта же тема, моя рубрика $1500. Два танка подорвались. Один был с травом противоминным.
подорвались на ТМ-63 двух. И потом подлетели вот эти мавики, сбросили по гранатке 62-й. Я не помню, какая она, по-моему, 62-я, американская. И сгорели два танка, видите. Тратим 3000 долларов, и нет двух танков на 7 миллионов долларов. И смотрели мы видео из успешного человека, наш, с обычного Сингера, сбил Х-101. Ну, ПВО у нас близкого радиуса действия нет особо совсем. Вообще катастрофа. Строим дальше эту бруківку. В Скадовске, это на оккупированной территории, в школе Херсонской области начали набирать детей, у них тоже начальная военная подготовка, управлять FPV-дронами против нас. Видите, янычар обучают. И о Будкине, о нем там все льют слезы, крокодили, вот это, ну все, белогвардейское движение. Он полжизни посвятил борьбе с Тиной Канделаки, да. А мог бы осудить войну и релоцироваться в Европу хотя бы. Мне там один религиозный человек начал писать, что надо верить в Бога. Я сказал, я не буду верить, извините. И он меня начал оскорблять цитатами из Библии. Я вас забанил. Забыл два слова сказать о Саре Бернар. О ней уже третий раз возвращаюсь. То она любила спать в гробу. Ей сделали кровать в виде гроба. Ну, такое не делайте. Спите в красивой кровати. Читал много о знаменитом игроке Эрвине Джека, который играет лидер сборной Боснии. Реально великий человек, выиграл все в футболе. Его кумиром когда-то был Андрей Шевченко, но теперь он уже сам кумир. Он выиграл даже, ну, не меньше, а то и поболее на клубном уровне, чем Шевченко. Его родной, двоюродный брат тоже Спахич, по-моему, ну, один из был лидеров сборной Боснии. И второй брат, двоюродный топ-баскетболист, который принял подданство Турции и даже играл в NBA. Вот смотрите, какая спортивная семья. И третий брат еще, и четвертый брат есть, но только играл похуже. Ну, во второй Бундеслиге. Смотрел матч Германия-Франция, но я не заканчиваю, еще будут темы. Ну, Германия на 3 головы была выше Франции, порвали их. То у Германии был долго спад, а сейчас появилась новая хорошая сборная, много темненьких. Украина закрыла список международных спонсоров войны из-за негативной реакции Франции. Ну, у Франции многие компании, Ашан и Total и другие, работают метром. Они работают в России. И видно, был выставлен ультиматум французами, чтобы мы закрыли свой рот. И они тогда нам будут помогать и деньгами, и вооружением. Остановлю на секунду. Так, два слова расскажу о таком союзе, когда торговля уменьшала количество войн. Это был союз такой ганзейский. Это получается вот эти все проливы от Новгорода до Лондона вдоль Европы, северной и континентальной. Это был ганзейский союз. Они так расползлись, эти города, 130 городов, как раньше селились греки, например, только ну, на юге. Греки всегда вдоль моря шли. Например, от Испании и очень далеко, до Керчи в том числе. Были главные столицы этих союзов Ганза и Любек. Это, получается, была типа теория 5-10, когда торговля побеждала над войной, и на этой территории войн было мало. Они нанимали свои ЧВК, ордена, строили крепости возле городов, чтобы и нанимали боевые корабли, которые охраняли этот торговый путь от Новгорода до Лондона. Открывали свои торговые дома, например, в Норгороде открывался немецкий дом торговый или в Риге. Они выкупали у Римской империи право свободного города, и у них была уже своя государственность. Они сейчас остаются одними из самых богатых земель Германии, ганзийские земли.
Это вот сейчас Гамбург, например. Киль, там порт, ну и многие другие. Гданьск, он входил в Ганзийский союз. Этот союз просуществовал с 1241 года по 1669. Больше 5 веков. Когда начали славянских купцов убивать на этом пути ганзийском, то Иван III закрыл немецкий двор в 1449 году. У них была валюта такая, как называлась гульден. В Любике монета выпускалась. Для покойников, на этом тему заканчиваю Ганзейского союза. Я за то, чтобы в первую очередь миром правила торговля, а не войны. И у них, они возродили сейчас название Ганзейский союз в новом понятии. У них даже номера в этих областях бывшего Ганзейского союза идут на букву H. По хоккею вчера читал много про названия команд и что интересно отметил. НХЛ. Вот Монреаль Канадиенс, они там начинали играть как одни французы. И у них сейчас логотип клуба идет Канадиенс, написано на французском. И они сказали, это принципиально. Торонто Мейпл Лифс команда. У них третий владелец клуба, там менялось постоянно название команды. Назывались они Торонто Арена. Сверлит, поэтому извиняюсь. И там получается листок он сделал для того, чтобы Мейпл Лифс не то, что клен, это знак Канады, канадский клен, а то, что у него был знак отличия во время Первой мировой войны, ну, на логотипе, именно клен. Поэтому он назвал команду Торонто Мейпл Лифс. Бостон называется медведями, но там нету названия правильного медведь. А там ну, была голландская сказка о медведе Брюинсе. И поэтому в честь этой сказки владельцы имели отношение к Голландии и назвали команду Брюинс. В честь названия это сказочный персонаж, как Винни-Пух. Блэкхоуз, Чикаго Блэкхоуз. Назвали команду, был очередной владелец команды, который воевал подразделение Второй мировой войны, дивизия называлась «Бэкхок». И он назвал эту команду «Чикаго Бэкхокс». «Детройт Ред Уинс» мы сейчас знаем, они назывались «Пума» из Детройта. И владелец команды очередной, там, третий, четвертый, играл в Канаде в молодежной студенческой команде, которая называлась «Крылья». И он Детройту добавил название «Крылья», это воспоминание с его молодости. Лос-Анджелес Кингс называется, у них есть девиз штата, в котором находится Лос-Анджелес, королевский воздух и дух, да, или дух. Поэтому их называют королями. Филадельфия Флайерс, сестра владельца команды на тот момент, она сказала, давайте команду сделаем из 2 букв F, так легче логотипы делать. И ее назвали Филадельфия Флайерс. Из этого штата потом делали команду Питтсбург и назвали точно так, как Филадельфия Флайерс 2 букв. Питтсбург Пингвинс. Теперь 2 П. Сент-Луис Блюз назвали в честь музыкантов. В Сент-Луисе много знаменитых мэтров блюза мирового. И так как этот город знают из-за блюза, то команду назвали Сент-Луис Блюз. Ванкувер Канакс их называют касатками, Канакс. На самом деле это не Канакс, это в том регионе называют такой сленг, жаргон, как янки, дровосека, Канакс. И получается это дровосеки. Они выпускают такую юбилейную джерси, на которой набит этот дровосек. А мы их все называем касатками. Слушал интервью Дани, такой был игрок сборной Португалии, играл в «Зените» Санкт-Петербург. И вот у него родилась дочка, 6 лет не может не ходить, ну, недееспособная. И он давал интервью, и какое-то горе у родителей, когда
Ребенка нужно, ну, калека родился, нужно всю жизнь теперь ухаживать. Это тяжелое испытание. Немного о футболе. Смотрел про футболистов, которые ярко начали карьеру, а теперь играют непонятно где. Вот там смотрел про игрока Женяк, был такой, в Олимпике играл, очень много забивал, из сборной Франции. А сейчас он супербомбардир в Мексике. Уехал в Мексику и оттуда не вылазит. Потом был такой опорник в Ювентусе, Мело. Ну, такой грубый. Он в сборной Бразилии даже играл. Он уехал уже пенсионером в Южную Америку и умудрился с двумя разными клубами выиграть 3 кубка Либертадорес. Но это у них как Лига Чемпионов. А вот этот парень Кауиско Дивуара играл в Челси у Мауриньо. Ну, знаю, хороший там 6 сезонов. Потом Монпелье неплохо играл. По-моему, Монпелье. Он сейчас играет в Джибути. Это там, где Аденская затока. Что его туда занесло, непонятно. Слушал интервью, был такой знаменитый игрок у нас, семикратный чемпион СССР по футболу. Это считался типа наш Марадона. Владимир Мунтян. И пришел молодой Лобановский в Динамо Киев, а Мунтян уже был семикратный чемпион. Ну и Мунтян начал протестовать против методики Лобановского. И тот его не взял на Олимпийские игры. 1976 года. И он говорит: Валерий, что ты меня не берешь в сборную? Он говорит, а он сипло говорил, Лобановский, говорит: Володя, у тебя прыжки слабые. И все. Ну, сводил счеты. Слушал интервью, у нас есть такой владелец Полисия футбольного клуба, это ЭТБ Маркет. И его дочка давала интервью, кстати, у женщины очень хороший юмор. Она так шутила в тему. И у нее спрашивает комментатор: а тебе надо Брэд Питт, ну, жених? Она говорит: нет, можно и с Пузиком, лишь бы можно было с ним о чем-то поговорить. Ну, а Сквирте она вообще ничего не говорила. Ну, это же если нет ума, то говоришь о Сквирте. Если ты человек образованный, то Сквирт — это твое внутреннее. На авторалле в Венгрии автомобиль Шкода Фабия въехал в группу зрителей, четверо человек погибли. Я вот всегда боюсь эти ралли всякие, обхожу их 10-й дорогой. Один раз был в Монце, посмотрел со стороны, так вот это и все. И заканчиваю не спортом. Губернатор Ростовской области сообщил, что два объекта ГРЭС, произошло возгорание, но он говорит, не говорит от чего. Ну там был приход. И в части Ростова не было долго света. Ну так, в принципе, все. Заканчиваю свой влог. Всем хорошего дня. За підтримку дуже вдячний. Віримо в найкраще.